видископ. 15-й год – это очень серьезный для нашей национальной сборной год. Почему? Потому что будет проходить отбор на чемпионат Европы 2016 года в Сербию. Он будет проходить в марте в городе Баку, Азербайджан. И в 15-м же году, в декабре месяце, будет отбор на чемпионат мира, тоже который будет проходить в 16-м году в Колумбии. Вот, поэтому два серьезных официальных мероприятия, которые должны, наверное, должны показать всему миру, всей Европе, что без нас такие формы еще не должны проходить. Мы на это очень сильно рассчитываем. Также в 2015 году будет проведен ряд учебно-тренировочных сборов. Опять же, сейчас ведутся договоренности про встречи с различными другими национальными командами, проведение спарринг-матчей. Ближайший из них состоится в феврале месяце на территории Украины в городе Львове со сборной Чехии. Это, кстати, тоже достаточно сильный соперник. Подтверждением тому является, что они в спарринг-матчах обыграли действующего чемпиона Европы, сборную Италии, 2-1. Вот, так что матчи тоже предстоят достаточно интересные. У нас будет чуть более расширенный сбор. Посмотрим других кандидатов. Ну, тренерский штаб уже сам определится. Вот. Ну, по крайней мере, мы создаем все условия для того, чтобы они свои задачи для подготовки к официальным встречам все выполнили. Витископ. Спортивное видео.